Жигиттер, опыгышники. Сегодня ко мне приехал мой брат Саян с Жаркента. И мы отдыхаем. Ну, жаңа ішіп жедік, енді баня қалып келдім банямда. Вот, мен баням мен. Без. Соттың төрағасы. Мына подожди, подожди. Вот соттың төрағасы, снимаю. Мынау тавернаның банясы, бірінде сақ қойған мына. Саян бауырым келіп жатыр. Не көрдің? Мына жағында охотничий, махотничий жасағанбыз біз. Опыгышники, вы только в Астане, в Алмате не думайте. Только вы отдыхайте. Мы тоже в какой-то глуши Саразик отдыхаем. У нас тоже это комната, которую, блин, все опыгышники любят. Хорошая комната. Самое главное в сауне эта комната. Потом отсюда потихоньку переходим. Вот там холодная вода. Вот здесь мойтесь. И вот здесь пилинг, деген бар. Массаж, пилинг же садамыз. Ну-ка, аш. Вот здесь. Вот ақында салуатымыз ба біз. Елдер, мынау терлік бетті, мынау пар, мынау парной бар, ойбай бар, мынау парной, ойбай, парда жігіттер. Өлі батыр, мынау кішкене. Терлік бетті, сонда, вот такие дела. Міне, Сәке, Саян, міне, осында кішкене, кішігірім бір банямыз бар, енді Сарыжекте, колхозда тұрсақ та, и умеем нормально отдыхать, да, Сәке? А? Давай.